Итак, друзья, недавно на канале был тест Джили Манджаро, который показал рекорд 1300 км на одном баке. На тот момент он был полностью в камуфляже, так как гибридная версия немного отличается от обычного бензинового брата. И вот на днях в сети появились первые фото без камуфляжа Джили Манджаро. А также стало известно, что у китайцев также не хватает чипов, и поэтому им пришлось урезать оснащение новинки. Но перед тем, как рассказать все подробности, если вас не затруднит, попрошу вас поставить лайк под видео. А если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, буду очень признателен. И мы начинаем. Джили Манджаро – это самая ожидаемая новинка в России, так как модель действительно очень интересная. И гибридная версия отличается от обычной другими бамперами, иной решеткой радиатора с горизонтальными элементами. И логотип Джили в такой версии окрашивается в цвет кузова. По предварительной информации, такой логотип должен иметь функцию подсветки. В Китае в конце 2021 года компания Geely уже приступила к приему заказов на гибридную версию с ограниченным тиражом в 2022 экземпляра. И ценник для предзаказа составлял 137 700 юаней. В переводе на рубли это ориентировочно 2 миллиона 100 тысяч рублей. Думаю, за такую цену в России бы выстроились в огромную очередь за таким гибридным кроссовером. Geely Manjaro Hybrid оснащается 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 лошадиных сил, и гибридной коробкой передач GHT3, и в совокупности производительность такой связки равна 244 лошадиных силы и 540 ньютон-метров крутящего момента. При этом стало известно, что в Китае гибридная версия вышла дешевле, чем бензиновые версии с полным приводом. И на данный момент Geely Xingyue L, именно так называется модель в Китае, в бензиновом варианте достаточно популярен. За 5 месяцев продаж, начиная с 2021 года, автомобиль разошелся в 53 473 экземпляра. Но на самом деле, хоть в Китае и хватает чипов для производства автомобилей, но все не так гладко, как нам кажется. Стало известно, что для производства такого количества автомобилей Geely Xingyue L компании пришлось из-за недостатков чипов убрать некоторые функции головной оптики, а некоторые комплектации были выпущены без проекции на лобовое стекло. Сейчас в Китае также приходится ожидать автомобиль. На данную модель срок ожидания составляет 3 месяца, и некоторые хозяева уже обеспокоены тем, что модель могут лишить каких-то функций из-за нехватки чипов. Возможно, именно поэтому гибридные кроссоверы и решили выпускать в лимитированной версии 2022 экземпляра. А как вам такая информация по поводу нового Geely Manjaro? Очень интересно узнать ваше мнение, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал, и до новых выпусков!